Михаил Воронин – это имя не только известного украинского модельера. Это бренд, который содержит в себе представление о престиже и мужской элегантности. Он стал одним из тех, кто создал продукцию, которая стала престижной не только в Украине, но и вышла на рынки многих стран, составив настоящую конкуренцию звездам мировой моды. Торговая сеть представлена более 50 фирменными магазинами по всей территории Украины. А продукция его концерна экспортируется в Америку, Европу, страны СНГ, Японию, Австралию. Изделия международного швейного концерна «Воронин» отмечены престижными международными наградами и получили признание во всем мире. Показы его коллекции всегда вызывают неизменный интерес и широкий резонанс. Из каждого своего дефиле Михаил Воронин устраивает настоящее шоу. Одним из ярчайших украинских фэшн-событий стал праздник моды, в рамках которого был шит смокинг тысячного размера, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Благодаря ему о продукции Воронина заговорил почти весь мир, а красочное шоу надолго запомнилось не только жителям Украины, а и многочисленным телезрителям в разных странах мира. Костюмы от Воронина давно стали визитной карточкой Украины и серьезным международным брендом, для которого почетно и престижно достойно представлять Украину в мировом сообществе. Воронин одевал первую олимпийскую сборную Украины, а недавно – победу на конкурсе на проведение чемпионата Европы по футболу Евро-2012 – делегации Украины и Польши во главе с президентами этих стран встречали в костюмах Михаила Воронина. Украинская команда яхтсменов в самом быстроходном олимпийском классе яхт 49R, которая сотрудничает с концерном «Воронин», по итогам сезона вошли в число лидеров мирового рейтинга ИСАФ и регаты «Принцесса София Тройки». Международный бренд «Воронин», венчающий яхту, а также костюмы от украинского мастера, в которых победители получали приз из рук Ее Величества Королевы Испании, принесли удачу Украине и участие наших яхтсменов на Олимпийских играх 2008 года. Это подтвердило сложившееся мнение о том, что костюмы от Воронина фартовые. Сегодня международный швейный концерн «Воронин» – крупнейшее предприятие, которое вошло в тройку лучших предприятий мира. И если когда-то под началом «Воронина» работало около 30 сотрудников, то сейчас более 2500 человек. Все производственные и управленческие процессы в концерне «Воронин» сертифицированы международным стандартом системы менеджмента качества ISO 9001. Модернизация и совершенствование, использование новейших технологий современного оборудования позволяют постоянно повышать уровень качества, чтобы предприятие росло. Международный концерн «Воронин» включает в себя фабрику «Воронин», торговый дом «Воронин Украина», сеть фирменных магазинов по всему миру, а также СП «Михаил Воронин Вена Париж». Фабрика «Воронин» оснащена самым современным оборудованием производства Германии, Швейцарии, Франции и Японии, такие как ФАФ, Дюркоп, Вей, Юнион Спешл, Стробель, Джуд. Некоторое оборудование даже изготавливается по специальному заказу. Предприятие оснащено раскройно-подготовительным комплексом «Lectra Systems», прессами фирм «Индупресс» и «Майер». Информационная обработка и программное обеспечение осуществляется при помощи локальной компьютерной сети NetGear США. Фабрика позволяет выпускать до 250 тысяч изделий в год. Но компания делает акцент не на количестве изготавливаемой продукции, а на ее качестве. В концерне работает собственное конструкторское экспериментальное предприятие для разработки конструкции и модели одежды. Установленное оборудование позволяет выпускать высококачественную, экологически чистую продукцию. Каждое изделие проходит длинный путь от эскиза до готового костюма. Этот процесс задействует всех работников швейного концерна. Торговый дом «Воронин Украина» – это структура, которой удалось сформировать самую большую динамично развивающуюся франчайзинговую сеть магазинов. На Украине их более 50, изделия также экспортируются в страны СНГ, Европу и Америку. Торговый дом на протяжении нескольких лет с момента своего формирования, он решает две главные задачи. Одна задача – это формирование ассортимента, его размещение заказов на его производство на фабрике, комплектация ассортимента, реализация его через фирменную торговую сеть – это одно направление. И второе направление – это работа с торговой сетью.
Основное достоинство франшизы концерна «Воронин» – это доброе имя, приобретенное за годы кропотливой и успешной работы. Бренд имеет свою историю, традиции и ассоциируется с успешным развитием бизнеса на украинском и международном рынках. Количество предприятий, которые перешли на франчайзинговые отношения с торговым домом «Воронин Украина», растет с каждым днем. По оценкам экспертов, стоимость бренда «Воронин» составляет 492 миллиона долларов и занимает лидирующие позиции. Наша торговая марка имеет очень высокую репутацию, и она требует очень серьезного отношения к себе и к покупателям. Поэтому мы можем продавать наши костюмы только через те магазины, которые соответствуют нашим стандартам. Обязательное расположение в центральной части крупных городов, оформление в едином корпоративном стиле, парковка, торговая площадь, широкий ассортимент и размерная сетка представленных костюмов и высокая квалификация персонала. Компания придерживается единой корпоративной ценовой политики, разработанной с учетом особенностей каждой из стран и по соотношению цена-качество достойных конкурентов не имеет. В современных реалиях не только очень важно произвести качественную продукцию, но и правильно преподнести и подать ее покупателю. Международный концерн «Воронин» создал собственную торговую сеть, способную обеспечить стабильно высокий уровень продаж. Это фирменные эксклюзивные бутики, магазины и секции в крупнейших торговых центрах. Ориентируясь на различные слои населения, были созданы 4 торговые марки. Торговая марка «Воронин» – это эксклюзивная линия одежды для респектабельных клиентов, которая изготавливается малыми сериями или индивидуально. Используются элитные ткани и элементы ручного труда. Торговая марка «Михаил Воронин» – это массовая линия классических деловых костюмов. Ее предпочитают руководители высшего и среднего звена, артисты, дипломаты, политики. Торговая марка «Макинтош» – молодежная линия в доступной ценовой категории. Торговая марка «Воронин Спорт» для людей, предпочитающих комфорт и активный образ жизни. Каждый магазин торговой марки «Воронин» имеет возможность самостоятельно участвовать в формировании ассортимента товара. Когда мы получаем новые ткани, мы готовим вот такие каталоги и раздаем их всем нашим фирменным магазинам и секциям. Магазины, в свою очередь, ознакомливают с этим своих покупателей. Затем, связываясь с менеджером, менеджер сообщает о дате выхода заказа. И как только изделие, новая коллекция поступает на склад, магазины самостоятельно могут производить отбор изделий для последующей закупки. Залогом успеха концерна является его философия бизнеса. Это качество идей, качество изделий, качество обслуживания. В фирменных магазинах «Воронина» даже действует запрет на продажу товара, если он не подходит покупателю. Это сделано для того, чтобы изделия, кроме высокого качества, подчеркивали индивидуальность каждого клиента. Клиентами нашего магазина в основном являются деловые люди, бизнесмены, люди, которые хотят построить, скажем, свое имя, показать свое имя в деловой политике. Молодежь, смотря, как выглядит старшее поколение в наших костюмах, тоже хотят приобрести костюм от Воронина. И в этом очень здорово помогают наши продавцы-стилисты, с которыми проводятся тренинги как минимум 2 раза в месяц. Издается корпоративная литература, которая учит наших продавцов-стилистов, как нужно общаться с покупателями. Ведь они не просто продавцы, они психологи. Они должны видеть своего клиента на расстоянии. И не только оценить, какой размер, рост подобрать человеку, какой костюм по цвету ему подойдет, но и самое главное – увидеть в нашем костюме этого человека. Новые коллекции в фирменную сеть магазинов «Воронин» поступают раз в 3 месяца, а подсортировка не реже 1 раза в неделю. Также действует внутренняя электронная система удаленного склада, которая показывает наличие движения товаров и позволяет в течение 10 минут подобрать клиенту костюм в нужном размере и цвете. В магазинах Михаила Воронина, кроме костюмов, представлен большой ассортимент сопутствующих товаров высокого качества – сорочки, галстуки, ремни, белье – все торговой марки «Воронин». Таким образом, в магазине можно полностью подобрать себе гардероб на все случаи жизни и создать собственный безукоризненный стиль. Сегодня нет у нас обязательного такого пожелания только продавать. Нет, нам важно, как должен был одеть наш человек в нашей одежде.
Поэтому мы сегодня не только пропагандируем одежду, но мы даже специальный журнал выпускаем «Высший свет», в котором мы рассказываем, что такое это общество высшего света, как нужно вести себя в тех или иных случаях, как дарить людям визитку, как правильно сесть за стол, что такое фуршет и банкет, чем отличаются, как дарить цветы, как одеваться. Я уже не удивляюсь, когда сегодня говорят, что на Украине одеваются красивее, чем в Париже, что на Украине одеваются красивее, чем в Милане или в Риме. Сегодня неудивительно для нас, не говоря уже о том, что с Америки приезжают сюда на Украину одеваться и покупают уже одежду у нас. У нас сегодня очень много талантов. И я горжусь тем, что Украина в ближайшее время, я думаю, это будет родина модной одежды.